Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Новостей особых нет, просто показываю свой аквариум 100-литровый. Давно его не показывала. Сейчас жарко у нас, поэтому применяю какие меры? Подмена, само собой. Вот у меня аэрация постоянно сейчас включена, кроме фильтра. Потом я убрала одну лампу. У меня всего одна лампа сейчас светит, чтобы меньше грелась. Сомик мой, птеригоплихт, ждет вечерней кормежки. Но пока еще рано, кормлю в темноте. Чтобы вот эти вот прожорливые тернеция старушка, вот эти барбусы Шуберта, чтобы они всю еду не похватали. Постарели сильно неоны. Вон они уже какие последние. Тощенькие стали. Остальные рыбы себя нормально чувствуют. Тетры королевские. У них по-прежнему такое разделение пространства. Барбусы внизу и в середине. А тетры в основном в верхней части аквариума. И причем держатся дружненько, с тайкой. По кустам не расплываются. Очень так вот стайку держат. Когда совсем жарко, бутылку с водой замораживаю и потом кладу. Самец анциструса, рогатый. Здесь его домик, именно под этой коряшкой. Плоховато растет криптокарина. Совсем она стала низкорослой, или ее затоптали. Вот эти вот красавчики-сомики. Правда, здесь нависало над ними и папоротников прилично. Я их сейчас убрала вообще в угол. Папоротники, коряшка с анубиасом. Все в этом углу. Может быть, здесь будет им посветлей и получше будут расти. По крайней мере, надеюсь. И еще положила сегодня под корни тетровские гранулы удобрения. А может, просто жара, и вот она не очень любит такую жару. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.